Развитие портов Актау и Курух обсудил глава государства с руководством Абу-Даби Ports Group. Собеседники говорили о перспективах взаимовыгодной совместной работы в данной сфере. Также президент положительно отметил сотрудничество между Казмунайгаз и Абу-Даби Ports по транспортировке казахстанской нефти по среднему коридору в Азербайджан. Касым-Жомарт Токаев поделился и планами по раскрытию потенциала маршрута «Север-Юг», который соединяет Евразию с Заливом, Африкой и Индией. По его мнению, через 4 года пропускная способность маршрута должна увеличиться как минимум на 70%, с 9 до 15 миллионов тонн грузов. Были отмечены также договоренности по созданию совместного с Казахстан-Темиржолы предприятия.